Это тоже можно сказать, типа, ребята, а давайте попробуем делать какие-то совместные исследования. Много вопросов, но, да. Наверное, первый – это зачем это тебе? То есть ты делаешь себе трибуну, где ты можешь просто говорить открыто. За что вы берете ответственность? За какой, то есть вы берете деньги за что? То есть что получит человек? А как вы понимаете, что она влияет? Как убедиться в том, что вы делаете полезное? Вот эта заповедь «не навреди», она супер важна. Не то сказал, не то услышал, не так понял. И можно сделать человеку плохо. Угу. То есть не во многих бизнесах можно сделать человеку так плохо. Вот здесь вот можно сломать жизнь. Не знаю, статистика, сколько там продано всяких этих умных браслетов, угу. Умных часов, умных колец. Вот. Ну, кажется, их там какое-то достаточно большое количество, там, наверное, там сотен миллионов совокупно по земному шару. Вот. Если бы мысленно, да, у вас был доступ к этим данным, смогли бы вы оттуда что-то выцепить или нет?